Сам Клювер сначала не объяснил причины своего поступка, сказав, что вообще не будет разговаривать на эту тему. Но в итоге раскололся в интервью голландской газете Algemeen Dagblad. «Сталин назвал меня насильником, и я не сдержался». Конец цитаты. Да, коварный Сталин рассчитал все очень точно, нанося этот словесный удар под дых. Ведь год назад Клюверту было предъявлено обвинение в участии в групповом изнасиловании некой Мэриэль, с которой он и двое его друзей познакомились у входа в амстердамский ночной клуб. В итоге обвинение было снято, но злые языки говорят, что необходимость поездки Клюверта на чемпионат мира в составе национальной сборной сыграла в этом не последнюю роль. Так или иначе, эта тема, как видите, осталась очень болезненной для 22-летнего форварда.